Итак, всем привет! Сегодня у нас будет влажный мел валуйчик. Я его намочила, он немного просох. Надеюсь, будет кусаться легче. Запах офигенный подвала. Мел очень жирный, такого серого оттенка, с белыми вкраплениями. Вкус сырости очень яркий и очень сливочный. Такой аромат вы просто не представляете. Очень вкусно. Очень жирно во рту, тяжело жевать. В мокром виде, конечно, намного проще кусается, в сухом вообще невозможно. Превращается во рту в такую сметанку вообще без единой крупинки. Итак, этот кусок я доем в следующих видео.
Также можете подписаться на мой инстаграм. Я там веду часто прямые эфиры с хрустом. Мы с вами общаемся. Так что можете подписываться. Ссылка будет в описании. Также я сняла видео с мокрым мелом по просьбе подписчика. Так что если вы хотите увидеть у меня какое-то видео, можете оставить свои пожелания в комментариях. Постараюсь всего снять. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.